гордости, предательстве и братстве закончена история моя. И если не посмеешь ты вмешаться, я закрываю книгу бытия. Нет! Это не могло произойти. Как в будущее мог ты заглянуть? Я летописец, времени слуга, и время дарит мне свои секреты. Слуга или владыка, кто б ты ни был, дай время мне предотвратить беду. Мне нужен только миг. Изволь. Всего один. Бенье сердца чувствует клинок, пронзая плоть и кровь освобождая. Передо мною тысячи дорог, но вот земля уходит из-под ног, и тьма меня безмолвно окружает. Божественным ли промыслом влеком, или дьявольским соблазном ты прельстился? Быть может, братство, преступив закон, быть может, став карающим клинком, пойму я, что брел и с чем простился. Каждый из нас обрел свое в час испытания огнем. Все потерял, шаг, и нет пути обратно. Мой тяжкий долг или мой тяжелый рок, я словно слеп, меня ведет клинок, клинок стремится к цели. К сердцу брата вошел воин во врата бездны, встал перед лицом брата своего и обнажил свой меч. Впервые поднялся брат против брата. Пораженный этим маг заглянул в глаза воина и узрел в них будущее. Ужас объял его, и тогда отбросил он посох свой и отступился от пьедестала богов.